The wall itself has a weird history. It's a circus, впервые. Continue with the outlines. Вот, это ты... Себя, а защищать правду Божью. Это классическая история. О люди премия стал Антиох Эпифан. Доступность мы сравнили с кротостью, да? Кротость. Окей. Хорошо. Хотя смирение и кротость – это, наверное, синонимы. Очень похожие вещи. Смиренно, мудрее, кротость. Ну вот слово «кротость» – это слово «укротить себя». Вот почему человек, который может укротить себя, который может взять, наверное, верх над своим характером. Вот. Мне больше кротость от слова «укрощение». Это очень трудно укротить себя. Да, кроткий человек, который может укротить себя. Наверное, так, потому что я вот все время пытаюсь разделить эти понятия, чем Моисей был человек кроткий. То есть он, по сути, не говорил, что я такой пупсик. Наверное, но, наверное, он хотел сказать, что я человек, который смог свою буйную там или какую-то там суть свою все-таки подчинить, укротить, наверное. Нас учили, что кротость – это сила с нежным прикосновением. Сила. Ой. Мы по образу и подобию Божьему сотворены, мы творцы, мы так творим, и художественные… Это что упало? Книга? А, ничего страшного. Спасибо. На самом деле есть в богословии очень много места для творчества, и это неплохо. Когда мы не то чтобы фантазируем, а создаем формы, что бы это значило. И, наверное, в каждом поколении и в каждом народе вот это творчество наше и продукт нашего творчества отличаются. Вы знаете, да, как хлеб жизни переведен в китайских библиях? Рис жизни. Я есть рис жизни. Это творчество, но оно позволительно, потому что оно передает смысл. Для китайцев хлеб жизни ничего не значит, а рис, понятно. И важно смысл передать, а не дословно букву. Нежное прикосновение. Я по поводу этого... историю помню, когда мне Дух Святой очень ясно проговорил, причем так резко и ясно, что и перепутать это с ни с чем невозможно было, почему-то на английском языке. Это было «щитап», ну, заткнись. И я услышала эту фразу тогда, когда в моей голове, у меня такой был период, что от, ну, много мыслей, много трудных задач, и такое, знаете, состояние сумасшествия, когда в голове миллион мыслей крутится, и ни одна из них не дает тебе покоя. Мозг не успокаивается, потому что нет ответов. И я просто уже дошла до того, что я ходила чуть ли не чуть ли, а разговаривала сама с собой по улицам. И поняла я это только тогда, когда я на другой стороне дороги увидела сестру из общины, и она вот так на меня смотрела, и я по ее глазам поняла, что выглядит все очень плохо, выглядит все очень плохо. И в какой-то из этих моментов я услышала это «заткнись». И вот когда мы ехали в машине, был пастор, был какой-то служитель, и я рассказывала о том, что со мной произошло. И служитель сказал: «Дух Святой так говорить не может». Вот он так, вот он говорить не может. Но... для меня это было абсолютно нормальное, понятное мне слово. Я все поняла сразу, что мне нужно было вот здесь вот замолчать. И это зависело от меня. Мне нужно было принять решение вообще, вот, чтобы у меня здесь был шалом. Остановить это сумасшествие в моем разуме. Это зависело от меня. И то, как я услышала это, для меня это был понятный язык. Вот. Возможно, тому человеку никогда бы Бог так не сказал. Мы разные очень и по-разному смотрим на мир. И мы можем там понимать, догадываться, что бы это могло значить для нас в Библии. Хорошо, давайте вернемся к вчерашней теме. Мы остановились на доступности или кротости.
И я закончила тезисом, что жизнь не зависит от вашего понимания. Если вы не открыты к обучению, очень сложно ее изменить. И мы перейдем к четвертому качеству. Четвертое качество, которое необходимо или помогает человеку прийти в эту арену исцеления. И блаженны алчущие. И ну, в моем материале это предлагается как активные, люди инициативные и активные. Тот, кто хочет чего-то, он предпринимает действия, попытки, он делает какие-то шаги. Ну, когда мы хотим пить, мы идем и ищем воду. Когда мы хотим кушать, мы идем и ищем еду. Мы не мечтаем о том, что она у нас как-то появится. Наш голод, наше желание, оно делает, помогает нам встать и пойти на поиски того, что нам необходимо. Мы предпринимаем какие-то действия. И вот эта активность, она необходима. То есть инициатива, принятое решение выйти, пойти навстречу к своей цели, это необходимо. Активность, алчущие, блаженны алчущие. Давайте поговорим об этой активности, в чем бы она вообще могла бы заключаться. Как бы она могла бы выглядеть? Например, человек находится постоянно с нерешаемым каким-то вопросом, с нерешаемой проблемой. Вот он поехал куда-то в какой-то город на конференцию, и там он ожидал, что что-то изменится, ничего не изменилось. Потом он сделал каких-то еще ряд попыток и ожидал изменений, опять ничего не произошло. Такие истории довольно часто происходят. Человек чего-то ищет, и он думает, вот здесь это произойдет или здесь произойдет. Он предпринимает какие-то попытки, ничего не происходит. И очень важно не остановиться. Вот этот поиск, желание получить избавление, желание получить ответ, исцеление, оно должно человека поднимать и заставлять двигаться дальше. Активность, как это может выглядеть? Присутствовать там, где есть какое-то соответствующее предложение. Что я имею в виду? Вот на память приходит из Першетравенского Андрея Тищенко такое заявление, как бы он, я не помню, о чем он учил, но он сказал такую вещь, она мне очень запала в сердце. Он сказал так, что нужно быть в том месте, где есть, нужно быть всегда в том месте, где ты можешь получить то, что тебе нужно. Ну, то есть, другими словами, если ты нуждаешься в откровении о семье, то тебе нужно читать книги о семье, тебе нужно молиться о семье, тебе нужно посещать конференции о семье, тебе нужно быть там, где идет речь о том, чего ты ищешь. Потому что наши действия иногда не противоречат нашим ожиданиям. Тебе нужно откровение о семье, поэтому ты поедешь там на какую-то конференцию по евангелизму. Вот. И если тебе нужен ответ, то его нужно искать в том месте, где его предлагают. В том месте, где больше шансов получить об этом откровение. Активность заключается прежде всего там, что нам необходимо присутствовать там, где есть соответствующее предложение. Ну, то есть, в общем-то, что я хочу сказать, безразборно везде бегать, везде тоже, наверное, не стоит. Когда вы начинаете ценить свое время, вы уже начинаете выбирать, и это неплохо. Я, когда читаю книги или думаю читать книги, я уже точно знаю, что меня интересует автор. Я уже точно хочу знать, кто он, какой у него опыт, как много книг он написал, сколько ему лет, и что вообще там про него говорят, и какое у него образование. Почему мне это интересно? Потому что у меня нет времени читать все и всех, как... Боже мой, я его забыла, монологи, замечательные монологи. Как я съел собаку, как его зовут? Ну-ка. Гришковец. Он говорит, вы знаете, какое самое страшное место в жизни? Самое страшное место в жизни – это библиотека. Ты куда-то туда приходишь, ты понимаешь, что ты такой маленький,
ты такой маленький, и ты никогда не сможешь все это прочитать, говорит. Но страшнее всего другое, что если ты бы это все прочитал, ты понимаешь, что в этот момент напишут столько же книг, и они завтра появятся тоже на полках, и ты никогда, никогда не сможешь все это принять, у тебя просто, на это не хватит. Поэтому я выбираю, в общем. Я уже не хочу читать книги служителей, которые на пике какого-то успеха начинают штамповать книги. Вот. Потом у них успех закончится, но об этом же никто не знает, книги все продолжают читать. Люди, которые в свое время не захотели потрудиться над тем, чтобы получить образование, послушать еще кого-то, пишут книги, сейчас это бизнес. Вы можете мало знать, вы берете серию книг кого-то состоявшегося, просто тезисно переписываете в свой документ, потом даете издателю, он хорошо это украшает, и все, бувокаша, вы уже автор. Вот. Итак, не везде, ну, в общем, проверяйте продукт. Вы на знак качества смотрите, когда покупаете продукты сегодня? Вот точно так же хорошо выбирать, но искать и быть там, где есть соответствующие предложения. Далее, как нужно быть активным? Если вы участвуете в каких-то программах или приходите на какие-то встречи к человеку, который вам помогает разбираться с собой, как быть активным? Обычно участникам таких программ обычно дают задания. И их мало кто выполняет. Выполняют маленький процент. Их называют 2% ленивых людей из всех существующих. Это легко проверить. Вот я дала задание неделю назад в нашей общине. И это было во время молитвенного служения. И в тот момент, когда помазание было, вообще настроение у всех людей поднялось, потому что все переживали Бога, и мы все договорили, что к следующему разу сделаем это. Ну и вот я пишу, в понедельник у нас молитвенное собрание, я пишу, кто сделал. Из всей толпы сделали 4 человека. И я думаю, что это, как всегда, лидеры. То есть люди, которым надо было бы действительно выполнить это задание, вот у них как раз меньше всего на это времени хватило. Ну и вот почему одни растут, а вторые не очень. Потому что одни умеют им и не надо было это задание выполнять. Они и без него шикарно справляются, но они его выполнили. Они приняли вызов и выполнили. Те посчитали нужным, что им это росту не прибавит, красивее их не сделает и можно съехать. Надо выполнять задания, это тоже есть активность. Еще что нужно, как выглядит активность, использовать дополнительное время для заметок, размышлений на тему, кто вы и что вы делаете. Здесь, наверное, очень сложно, может быть. Я объясню, почему. Мы живем в мире очень высокого медиашума. Это просто, мы уже давно мало чем руководим своей жизни. Это мир отвлечений. Вы пока вот здесь, вот закрыта дверь, есть тема, есть условия этой встречи. И пока вот мы здесь находимся в этих стенах, мы об этом думаем, размышляем. Но как только мы отсюда выйдем, начнутся телефонные звонки, домашние дела, дела в ваших общинах, потому что не только вы этой темой занимаетесь. Со следующей недели у вас другая тема. И она будет бомбардировать, закрывать предыдущую. А потом вы только въедете во вторую тему, приедет кто-то с третьей темой. И вы в эту не въехали, третья уже ее перекроет и так далее. И мы очень часто становимся людьми все время что-то начинающими и до конца ничего не доводящими. Так вот, если вы жаждете перемен в своей жизни, и вы пришли в то место, где вы ожидаете их получить, вам нужно защититься от отвлечений. Поэтому использовать дополнительное время для заметок и размышлений, это как раз вот защищать эту атмосферу от мышления, память, защищать от того, что ее будет перегружать и отвлекать. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю?
ну, как бы поддерживать, что ли, тонус, вести какой-то дневник, анализировать и задавать вопросы. Это необходимо. Если вы размышляете над темой, у вас будут возникать вопросы. И если они у вас возникают, вам нужно их задавать, вам нужно их озвучивать. И мне показалось, что, иногда люди стесняются задавать вопросы, потому что им кажется, что они будут нелепо выглядеть. Или, опять же, атмосфера в группе может быть такой, что если вы, один что-то говорит, второй его поправляет. Так тоже делать нельзя. Нельзя так делать. Когда человек задает вопрос, пусть он самый нелепый, пусть он самый глупый, ни у кого нет права начать его критиковать и там, да нет, да ты что ты там говоришь, глупости. Мы все имеем право говорить глупости, оно у нас есть. Представьте, Бог нам дал право делать ошибки, и Он это право уважает. Но мы иногда друг другу вообще, Боже упаси, не даем сделать ошибку. Это неправильно. Вот, и поэтому, если вы понимаете, что это неправильно, и вы боитесь задать вопросы, вот наконец-то набрались мужества, вы его задаете, кто-то вас там дергает за руку, ну, выстойте этот поединок, защитите себя и свое право задавать вопросы. Те, кто стремятся к самому счастью, они обязательно пройдут его мимо, потому что счастье не является конечной целью человека. Исцеление, оно приходит лишь к тем людям, кто по-настоящему желает очищения. Почему? Опять же, возвращаемся к тому первому вопросу, откуда мы пришли и где наше начало. Человек создан по образу Божьему, да? Человек создан по... у Бога был план, Он создал нас совершенными. И задача человека – прийти к этому совершенству, очиститься и вернуться к своим истокам, вернуться к замыслу, ну, попытаться туда вернуться. Если ты возвращаешься к первоначальному, чем ближе ты к своему первоначальному состоянию, тем ближе ты к счастью, тем ближе ты к Эдему. Понимаете, это работает, ну, само собой работает, когда мы берем правильное направление, счастье начинает увеличиваться в нашей жизни. Что такое счастье? Это удовлетворенность, это любить себя и ближнего, это жить без психов, это не обижаться. Господи, как научиться не обижаться, когда тебя обижают, да? Как легко подставить там правую щеку, когда бьют по левой. Вот это состояние счастья, это совершенный контроль над своей жизнью. Это полное отсутствие власти греха над нами. И это можно получить, вернувшись в Эдем, вернувшись к первоначальному состоянию. Люди не хотят тратить силы, чтобы вернуться к этому состоянию. Они хотят бегать и искать счастье. И ужасно много на это времени и сил тратят, и не находят. И очень сильно разочаровываются. Вот поэтому активность надо все-таки вот в этом направлении проявлять, а не в том, чтобы искать, бегать за каким-то иллюзорным счастьем. Пятое качество, которое необходимо для того, чтобы выйти на арену исцелений, это быть снисходительным. Блаженны милостивые. Они будут помилованы. Помните, вчера я затронула такой момент, мы все говорили о безопасности и доверии. Блаженные, милостивые, эти люди имеют право на милость. Это работает абсолютно одинаково, касаясь всех духовных принципов, там не судите, судимы не будете, если вы будете милостивы, и вы будете помилованы. Оно так работает. Я нахожу такое отображение это в жизни, вот в обществе людей, когда родители, не так, когда, например, служители, которые берут тему воспитания детей, и они ведут лекции по тому, как надо воспитывать детей.
учат общину, как правильно воспитывать детей. Когда они говорят об этом, вот давайте сейчас представим, вот вы находитесь в общине, и к вам, перед вами находятся учителя, которые учат, как надо бы, было бы правильно воспитывать детей. И вот они когда говорят, вы понимаете, что вы там прокололись, сям прокололись, да, и у вас все как-то не так. На что вы смотрите, когда вы их слушаете? Вам не интересно посмотреть на их детей, как у них это все получается? Интересно, да? И я скажу вам, в чем, ой, какая проблема. Если вы начнете наблюдать за ними, вы увидите кучу ошибок, которые совершают эти же люди. Другими словами, или человек, который делает замечание другому по поводу его одежды, он сразу привлекает внимание к своей. Когда мы даем другим милость, мы точно так же получаем право на милость по отношению к себе. Когда мы критику и суд и подобные вещи дарим всем вокруг, мы точно такое же право зарабатываем по отношению к себе, чтобы получали это мы. И вот что происходит. Если вы страдаете духом, если вы страдаете критицизмом, то вам очень страшно выйти на арену исцеления. Потому что вы четко понимаете, что найдется парочку таких же, как и вы. И когда вы окажетесь там, на этой арене исцеления, под пристальным вниманием других людей, вы четко можете ожидать такую же критику, немилостивую критику, которую вы оказывали в адрес других людей. Когда мы критикуем, нам кажется, что это очень справедливо. Когда мы кого-то судим, мы думаем, что эти люди, они это действительно справедливо заработали. Но работает это как бумеранг. Поэтому снисходительность, которая исходит от нас, она дает нам право получать снисходительность по отношению к себе. Ну и себя, собственно говоря, тоже прощать. Также необходимо еще одно качество – это блаженные миротворцы. Помните? Люди, которые стремятся к миру. И действительно делают много усилий, то есть они активны в том, чтобы происходило примирение. Эти люди миротворцы, и они блаженны, потому что их направленность жизни, она помогает вокруг них происходить миру. Вот есть люди, которые умудряются других ссорить. Вот у них просто дар, вот, как-то так создать такую обстановку, такой разговор начать, очень важный, что это способствует разрушению, а не примирению. Но есть же люди, которые всегда думают о том, ну, как бы, как последствия могут повлиять на разрушение мира между людьми. Они миротворцы. И Бог говорит, они как назовутся, нарекутся кем они? Сынами Всевышнего, это сыны Всевышнего, люди, которые живут так, и направленность жизни их такова, что они все время думают о том, чтобы строить шалом, а не приносить разрушение. Еще и последнее, я думаю, что вот, ну, последнее мы на нем остановимся, блаженные изгнанные за правду. И вот эти изгнанные за правду, они имеют одно качество, которая необходима для выхода на арену исцеления, это мужество. И вот на этом качестве, я думаю, мы остановимся, чуть поговорим. Мужество. Блаженные изгнанные за правду. О чем идет речь? Что, возможно, цена, и очень часто цена, когда вы выбираете верный путь, она, в общем, маслом не помазана. Цена за правду может быть очень высокой. И она предполагает, эта цена предполагает, что если вы выберете правду, вам придется сначала спуститься в долину смертной тени перед тем, как подняться. Люди хотят сразу высоты. И картина куда-то спуститься и пройти какую-то долину смертной тени не привлекает никого. Если мы смотрим на то, что произошло на Голгофе, для того, чтобы воскреснуть Иешуа, нужно было сначала умереть и быть погребенным. И Павел, когда нам говорит о том, что мы имеем жизнь с ним только в том случае, что мы с ним что?
распялись и умерли, мы проходим тот же путь вниз для того, чтобы воскреснуть с Ним. Человеческая природа сразу хочет вверх. Такое понятие, как платить цену, плоть, она этого, безусловно, избегает. Мы не любим платить цену, мы не хотим платить цену. Но для того, чтобы получить исцеление, необходимо мужество. Это очень важное качество. Друзья, мужество необходимо для того, чтобы, например, назвать вещи своими именами. Иногда для этого нужно очень много мужества. Мужество необходимо для того, чтобы сразиться со своими страхами, не бегать от них, а стать лицом к лицу и поговорить с этим страхом. И сказать ему так: «Я отсюда больше не ухожу, отсюда уходишь теперь ты». И это определенная борьба. Не я буду убегать от тебя, а ты будешь убегать от меня. И если вы всю жизнь бегали от своих страхов и хотите исцеления, вам нужно мужество для того, чтобы принять решение вернуться в то место, откуда вы дали дёру один раз. И там разобраться. И там, и оттуда не уйти, пока вы не обретете победу. На это нужно мужество. Наверное, такие вещи, если мы понимаем об этих качествах, они помогают нам, наверное, помогают нам понимать, как нам себя следует вести, если мы отправляемся в такое путешествие. Но из моего вчерашнего рассказа, да, я говорила, что я в такую программу попала в добровольно-принудительном порядке. Если бы меня спрашивали, я бы никогда туда не пошла. Ни про какие эти качества я, 75% программы вообще пропустила. Я вообще не могла понять смысла всего, про что там говорили. Вот. Но Бог, Дух Святой, Он меня достал в том месте, нагнал меня, догнал меня в том месте, где уже были мои уши открыты, мои глаза открыты. Я готова была принимать, потому что это касалось моей жизни, моей личности, моего будущего и моего исцеления. И я услышала. Все остальное мне было неинтересно, но вот это я услышала, и это заставило меня остановиться, сразиться со своими страхами. И, знаете, Бог, Он ожидает, что вы выберете эту боль, что вы не будете от нее бегать, что вы согласитесь с тем, что вы ее пройдете. Это очень похоже на то, как вы идете к стоматологу. Вы понимаете, что вы идете за результатом, но вам придется пройти какой-то не очень приятный момент, там, не очень приятную процедуру. Но вы знаете результат, у вас есть вера в то, что будет результат, и вы соглашаетесь на эту боль. Когда человеку нужно исцеление, он не может пройти мимо этого эпизода боли. И ему нужно на нее согласиться. И Бог ожидает, что мы найдем в себе мужество это сделать. Знаете почему? Потому что Он знает, что Он будет с нами, и мы пройдем это. Он не посылает нас туда, где мы снова получим неудачу. Он хочет, чтобы мы вернулись туда, потому что Он знает, что мы оттуда выйдем победителями. Я начала где-то вчера в середине сессии, сейчас я вернусь по своему конспекту, я говорила о том, что ключевое слово самостоятельность, самостоятельно выйти на арену исцеления. Было такое? Ключевое слово самостоятельно. Давайте вернемся сейчас сюда, в эту самостоятельность. Если вы собираетесь служить людям в таком виде служения, то вам необходимо набраться колоссально необходимо терпения. Очень важен момент, что человек сам принимает решение. Очень важен момент, когда человек сам принимает решение. Если он хочет исповедоваться, он хочет этого. Если он готов выйти на арену исцеления, он готов, он хочет этого. Иногда мы можем давить,
манипулировать, тащить, толкать человека, выпихивая его куда-то, как нам кажется, где ему уже давно пора быть. Но времена и сроки, и процесс, который происходит в его душе, вы не можете отслеживать. Поэтому душепопечителю нужно колоссальное терпение, внимание и осторожность работы с таким человеком. Поэтому еще раз, надо больше спрашивать. У нас будет следующая тема, у нас будет как слушать, какой вид слушания и слышания надо научиться иметь, когда мы работаем с людьми, когда мы слушаем людям. А тот вид слушания, где мы можем получать от Бога знания. Мы слушаем, мы задаем вопросы, и самая главная цель душепопечителя – понять всю картину до мельчайших подробностей, насколько это возможно. Поэтому нужно много задавать вопросов и много получать ответов. И переспрашивать, правильно ли я тебя понял, ты это имеешь в виду? Правильно ли я услышал, ты говоришь об этом периоде, правильно ли я тебя понимаю, речь идет об этом? И иногда вам кажется, что вы поняли человека, вы задаете такой вопрос, а он вообще не это имел в виду. Как ты думаешь, чего бы ты хотел, что ты переживаешь, какой твой самый большой страх, чего ты больше всего боишься и прочее, прочее, что мы спрашиваем человека, чтобы понять, в чем он находится, что он чувствует и что он переживает. Может быть, тогда, когда вы увидите всю картину, у вас будет слово, у вас будет направление для этого человека, но точно не надо спешить. И вот если вы качественный, ну, если вы хороший душепопечитель, в один день этот человек сам проявит инициативу и начнет говорить о том, о чем он, к чему он подготовлен, что на самом деле для него важно. И считайте, что если этот момент произошел, то вы справились со своей задачей. Не тогда, когда вы ему надавали кучу советов, а тогда, когда этот человек самостоятельно пришел к выводу, который сделал сам. Вот это мастерство. Не тогда, когда вы ему список дел там дали, а когда он пришел к пониманию, к правильному пониманию, сделает правильный выбор, примет правильное решение. Поэтому вот искать и ждать этого самостоятельного решения человека – это очень важно. И пусть на это уйдет сколько угодно времени. Если у вас нет терпения, если вы не можете дождаться этого момента, может быть, это не то, чем нужно заниматься. Есть такой замечательный образ о времени. Для людей, которые стремятся к цели, они, им это будет очень, наверное, понятно. Люди, которые хотят быстро достигать цели, они плохо относятся к зря потраченному времени. Им кажется, что если они не достигли цели вот прямо сейчас уже, то время было потрачено зря. Вот очень хороший такой пример есть. Предположим, вам нужно совершить какое-то дело в другом городе, и вы хотите сделать это быстро и эффективно, и вы берете билет на самолет. И ваша жизнь, она заключается в том, чтобы быть там, что-то сделать и вернуться. И вы спешите сделать то самое главное дело в вашей жизни на сегодня. Что вы пропускаете? Вы пропускаете время полета. Вы пропускаете время покупки билета. Для вас этой жизни не существует. Это все не важно. Это все не жизнь. Жизнь, она в том самом главном моменте, когда вы приедете и совершите свое дело. А что все остальное? Кто понимает, о чем я говорю? Ведь Бог находится и в тот момент, когда вы уже достигли цели, но тот же самый Бог с вами, пока вы туда идете. И каждый день, шаг за шагом, нельзя перепрыгнуть туда, не пройдя все остальные периоды, пути, нельзя сразу очутиться там. Одна девушка рассказывала о том, что она целый год посещала, у нее была терапия, она посещала
христианского психолога. Раз в неделю она приходила на встречи. И с ней происходили странные вещи. Она по непонятным причинам выключалась, просто отключалась, как обморочное состояние. Она была служителем, она много лет отдала большой структуре, успешным руководителям. Но вот что-то с ней вот такое странное, непонятное происходило. Это не физическое было. И она целый год посещала душепопечителя этого или психолога, я уже сейчас не буду, не знаю, как точно называть этого человека. И потом, через год занятий, она попала на служение в одну общину. Если учесть, что та церковь, в которой она была, вообще не приемлет никаких даров, никаких проявлений, никаких сверхъестественных там дел, вообще, Боже упаси, все вот так чинно, благопристойно, никакой харизматии, то собрание, в которое оно попало, было диаметрально противоположным. Там вообще, да, все непонятно, сплошной экшен. Маленькая группа, поклонялись, и когда она туда попала, за нее начали молиться, и она освободилась. Те приступы, которые у нее были, они закончились, она получила свободу. Ей послужили, с ней поговорили, на нее возложили руки, помолились, она получила свободу. И вот как следует этот период весь отличать. Получается как? Смотрите. Получается, что тот год посещений, можно сказать, был бесполезен, он был плох, и вот это посещение общины, вот где ей было надо сразу быть. Вот где Бог ее исцелил. Почему не предположить, что процесс Божьей работы был целый год и закончился в этом собрании? Мы сами с вами комментируем так, как мы хотим. Вот как мы хотим, так мы и прокомментируем. Понимаете? Понимаете? Там были молитвы. Там было уделено массу времени и внимания ей, чтобы она вообще разбирала, что с ней происходит. Когда она получила освобождение, это было абсолютно сверхъестественное действие, вообще работа Духа Святого. Но сегодня она очень четко может сказать, от чего у нее были эти приступы, следствием чего они являются, и это не то служение, это этот год работы с душепопечителем. И имея этот опыт на своей жизни, она послужила ряду людей с такими же симптомами и с такими же проблемами. Четко понимая, что с ними, как они в это пришли, как, и как им избавляться от этих вещей. Итак, человек должен самостоятельно прийти к выбору, его нельзя тащить, его нельзя толкать. Это нужно запомнить. И сколько на это времени уйдет, столько и уйдет. Нам с вами нельзя это время контролировать, потому что оно вообще нам не принадлежит. Окей. Следующее, о чем мы с вами поговорим, это стыд и вина. Для нас это тоже, наверное, похоже на синонимы, правда? Но в нашей культуре стыд и вина – это что-то очень похожее. Вот. Ну, вы уже от меня это слышали, я видела, кто-то делал записи. Нам нужно изначально отделить эти два понятия. Стыд – это тоже как позор. И это духовное клеймо на душе человека, которое делает его низкосортным. Знаете, как печать высшего сорта, печать низшего сорта. Так вот, стыд и позор клеймит человека низкосортным. Писание говорит, что Господь, Он прощает вину, беззаконие и грех. Помните, да? Да, в Исходе. Вину, беззаконие и грех он прощает, но не оставляет без наказания до четвертого поколения, написано там тысячи родов благословения идет, вы помните это место.
Я однажды все же хотела понять это место, потому что меня мучил вопрос наследственного проклятия, как оно проявляется. И мне раввин перевел с иврита вот это слово «вина». Это не связано, это не слово, которое буквально чувство вины имеет. Если я сейчас повторю, оно похоже на авон, это слово. Надо перепроверить. Если грех – это хат, преступление – это то, что между людьми происходит, это разные виды нарушений, скажем так. Что-то против Бога, что-то против людей, то вот эта вина, она может как раз, вот она, как ничто другое, может передаваться из поколения в поколение. Потому что это не совсем вина, это заклятость человеческой души. Дословно вот это я помню очень хорошо, потому что я переписывала это много раз. Когда мне объясняли, что значит это слово в иврит, это что-то похожее на заклятость человеческой вины. И тут, скорее всего, не вина, что я сказала? Души, да. Скорее всего, не вина, а вот этот стыд или позор. Осознает этот человек, не осознает. Это такая подсознательная вера в то, что это так. Ты испорчен. Ты такой. Ты знаешь, что ты такой. Ты имеешь каждый день сотни доказательств, что ты такой. Ты имеешь доказательства об этом. И когда я была у вас в прошлый раз, мне кажется, что я об этом говорила на шабате, потому что я уже не помню, где и что я говорила. Но давайте вспомним Саула. Повторим еще раз в любом случае. Что происходило с Саулом? Человек из племени Вениаминова, когда его помазывают на царство, после всех этих историй, как он вообще мог спрятаться в это вот в тележку? Вот подумайте, красивый мужчина, на голову выше всех других, видный. Бог его избрал, и не просто так вот это случайно было. Бог ему дал массу знамений до того, как... Первая странность, когда мы узнаем, как он вернулся домой, да, он пошел искать овечек. И когда он приходит, мы люди, мы понимаем, что когда с ним произошло то, что произошло, когда пророк к нему вышел, лучший кусок мяса ему отдал, пророчествовал, помазывал. С кем такое в Израиле происходит? Наверное, это событие нормального человека, это событие затмит все остальное. Но когда он вернулся домой, единственное, про что он сказал, это про овечек. Про все остальное он умолчал. Это очень странно, не находите? Что с ним не так? Что с ним не так? И зная о том, что он избран, имея массу сверхъестественных подтверждений его избрания, когда происходит этот факт помазания, что он делает? Он прячется. Он прячется в тележку, друзья. Что там, под сток сена, куда он залез? Он спрятался. Что с ним не так? Нет, он из племени Вениаминова. Вениаминово племя имело на себе длинную позорную историю. Оно было опозорено очень сильно однажды в Израиле. И люди из племени Вениаминова носили на себе эту печатку. Позор, который передается по наследству. И вот этот опозоренный человек, который всегда знает, что у него сорт ниже плинтуса. Ну как это выглядит, когда... Ну давайте аллегории. Как это выглядит? Если вам подарят белые замшевые туфли, вы их не наденете, когда собираетесь идти в свинарник. Когда человек думает о себе, что он грязный, или знает, что он недостойный, он не одевает на себя белые одежды. Если у вас грязные руки, вы работаете с землей, вы запачкались, и вам дают бриллиантовый перстень, вы не одеваете его на эту руку. Ну, это как-то... Ну, никто так не делает, правда же? Это вот... Ну, мы не можем так сделать.
Мы думаем, что надо сначала пойти это все дело помыть, а потом одеть. Это очень простые примеры. Но люди, ну, кроме вот этих простых примеров, есть сложные. Потому что я знаю людей, которые не могут одеть на себя вещи. У них есть в шкафу драгоценности, которые перешли к ним по наследству, им делают подарки, и они не могут это на себя одеть. Не могут, не потому что они хотят, не могут. Они не могут пользоваться достойными вещами. Потому что у них вот это чувство бракованности, оно никуда не девается. Этот стыд, который носил Вениамин, он сделал Саул, он делал его странным. И когда он таки согласился принять царство, что с ним происходит потом? Я вот думал, что, ну как он, ну как он, ну, ну как он при таких вот явлениях Божьей славы, ну как он такие глупости делал, ну почему, ну что им двигало? Ну, человек уже что-то движет, когда он такие глупости делает. И я подумала, знаете о чем? Вот этот комплекс неполноценности, когда человек в этом мире получает какой-то рычаг, помогающий заткнуть этот комплекс неполноценности, он этот рычаг никогда не отпустит. Ему Бог предлагал Божье. Ему надо было отпустить этот рычаг земной славы на земле. Но он не отпустил, он не смог отказаться от земного. Ему нужно было побеждать, ему нужно было достигать, ему нужно было быть царем, ему нужно было приносить победы, потому что без этого допинга он себя не чувствовал состоявшимся. Ему нужно было постоянно вот здесь, в этой земной жизни, иметь какое-то подтверждение, что он не второсортный. Когда человек, не получив исцеления, живет жизнь, доказывая что-то самому себе. Это было с Давидом, с Саулом. Он носил на себе этот позор. Это изуродовало его жизнь, это привело его в смерть. Потому что он с этим так и не справился. Вина, она не связана с личностью. Человек не носит ее внутри себя. Он может отделить вину, потому что вина связана не с человеком, а с поступком. И люди легко, желающие избавиться от вины, они очень легко расстаются с делами, принося покаяние в содеянном. Они не хотят носить вину, они отказываются от дел, приносят покаяние, примиряются с людьми, потому что они очень сильно хотят жить эту чистую безвинную жизнь. Вина человеку вообще не присуща, в общем-то, как и стыд, они мешают людям жить.